Добрый день, сегодня 26 июня. Мы находимся в Ростовской области на одном из испытательных центров компании Лимагрена. Особенностью данной площадки было то, что мы применяли гербицид Гран Плюс на достаточно переросшей фазе развития сорняков. Плюс у нас была пограничная фаза развития подсолнечника, 5-6 настоящих листьев. Поэтому мы применяли максимальную дозировку препарата. Ну вот, обратите внимание, мы сейчас находимся на делянке гибрида компании Лимагрен LG59580. Мы не наблюдаем никакой фитотоксичности. Гибрид отлично перенес максимальную дозировку препарата. Гибрид является гомозиготным по признаку устойчивости к действующему веществу, поэтому никакого эффекта после действия фитотоксичности на данном участке мы не наблюдаем. Чего, конечно, нельзя сказать о сорняках. Обратите внимание, несмотря на то, что сорняки были переросшие, они полностью остановлены в росте.